Всем привет, ребята! Ну что, сегодня у нас очередной тест, очередной МБ и опять же новая чарка. И у нас я показал вам розу, роза просто мега эпичная получилась. Ну а сейчас мы сделаем такую же командору. Почему, я вам сейчас расскажу и покажу. Так, где моя командорка? Вот такая вот у меня командора, есть пак, там есть ISO. Это два варианта, которые для нее, в принципе, пакт на подземке хорош, на PvP режиме он такой себе, потому что она сливается. Почему именно ей я сейчас поставлю? Вот у меня такая вот сборка победной. Почему я ей поставлю? Потому что герой отражает 60% урона, то есть урон по сути режется на 60%, плюс мы поставим ISO, то есть это еще уменьшение, плюс я поставлю каменку, это еще уменьшение. У нас должна получиться такая же, в принципе, героиня, как и командора, ой, как и, говорю, командора, как и роза, но она немножко покруче будет в плане того, что зона атаки у героя очень обалденная. То есть она бьет практически по всей карте, и мы сейчас вот, я вам покажу такой тест, плюс она себя... отхиливает от урона, который наносит. То есть вот так вот. Давайте сейчас ее запустим. Вот такой вот смысл героя, то есть она дамажит, как видите. Урона вполне хватает. У нас сборка не на атаку, но посмотрите, что она делает. А входящий урон, как видите, вот она себя подхиливает там немножко. Но новая чарка нам даст возможность. Вот видите, плюс 6 там было. То есть она отхиливает себя от урона, который наносит. В 95%, ребят. Роза в этом плане, немножко в плане отхила, конечно же, покруче. В плане дефа, возможно, немножко тоже круче. Сейчас мы сделаем... Я проверю, что у меня там по снаряге. Ну, сборная солянка. Сборка была на... именно на атаку. Так, ну понятно, ладно, не будем заморачиваться. Ставим новую имбочару. Но реально, чара просто бешеная. Делаем замену. И поехали тестить. Чара дает 40% дефа плюс еще 100% отхил. Это просто мега, мега круто. Я уже не раз это показывал. Вот смотрите, смотритель ударил. Мы себе отхилились. Но дальше посмотрите, сколько у нас отхила идет. Это у нас мелкие отхилы из-за урона. Ну что вы на это скажете? 91%, ребят, 91% от базы. А вот дальние здания она уже не добьет, к сожалению. То есть дальние здания она не достанет просто чисто. Ей надо дальше пройти. В этом немножко, конечно же, минус. Но 95% базы герой сносит. Ну, давайте сейчас ради интереса пойдем поищем топов. Отлично. Топ-15. Воодушевление, все дела. Сейчас, конечно, она, наверное, сольется. Может и нет. Да, видите, видите, сливается. Ай, вышел, зря вышел. Сейчас попробуем еще раз. Сейчас мы затестим. Роза. Вот давайте Роза. Правда, у нее нету ангела. Посмотрим, как она. Но по ней урон явно меньше. Да, видите, все-таки Роза в этом плане, в плане дефа, поболее, получше будет, согласитесь. Посмотрите, какой деф. Сейчас еще разок нападем.
Ну, явно, знаете, я ожидал, что... Хотя, в принципе, я так и знал, что Роза немножко, конечно, будет в плане дефа получше. Ну и Командора не уступает. Самое основное то, что Командора бьет по зоне намного больше. Если Роза бьет вблизи, 326, 8, 160, 20, 88. Ну, то есть такой урон. Сейчас мы посмотрим урон по Розе и выпустим сюда же. Понятно. То есть 1% набил, да, вот разница. Тут у нас 5, 30, 25, 66. Да, видите, все-таки эта отражалка срабатывает непонятно куда, непонятно в кого, каким образом отражает, в кого отражает, непонятно. Смотр блокирует. Блин, а вот казалось бы, должна отражалка нормально срабатывать, а фиг там. Ладно, давайте сейчас найдем попроще противника. Но хотя вот явный показатель того, что, блин, самый реально крутой деф это у Розы. Вот посмотрите, даже если такой вариант, пусть нас там даже дамажит, но посмотрите на вот это. Проект 22 прорыв. Да, она там дамажит по 90, по 100, но нам вполне хватает отхила, чтобы разнести 80% базы. Вот так вот. Она будет убирать, если герой у вас 80% базы выносит, все, база, считайте, пройдена. Давайте еще поищем. Ну, конечно, бывают разные варианты, я тут спорить даже не буду, но... Бывают противники посильнее, послабее, но в основном, как видите, такая сборка для героя просто топчик. Вот смотритель еще свое грязное дело делает. Так, стрелок. Вот видите. Как-то ее просто тупо разобрали. Ну, не дают зарядиться, все. Выкидываем Розу. Ну, Роза явно в разы круче. То есть там написано, вот сейчас зайдем ради интереса, почитаем скилл на русском сервере, но я, честно говоря, не вижу, куда отражается урон. Ну, он был 0, я видел. А, и тут и 0. 0 это ж не... так, а ну-ка, сейчас, секунду. Непонятно. Хотя, по идее, должна... Ну, и, в принципе, это даже не мешает. Этого вполне хватает для того, чтобы проходить средние базы и топовые базы тоже. Такс. Вот, смотрите, увеличивает атаку и отражает 60... всего входящего урона в течение 4 секунд. То есть она отражает, получается, когда она включается. Как-то странно. Герой наносит по площади ближе вражеским целям. Восстанавливает здоровье равное 50% от полученного урона. Как-то, ну, в общем, как-то странно, честно говоря. Если отражает, видите, возможно, тут отражает, но не имеется в виду так, как отражалка, как огненка, например. То есть тут просто идет обычная, получается так, обычная отражалка, но не понижение урона. Возможно и так. В любом случае, это не мешает такой сборке. Посмотрите, там кого-то ворожая нашего просто ушатали. Вот, посмотрите, явный пример. Вот мы сейчас зависаем на Фрейе. И все просто very good. Из проблем мы будем шатать
зону, которая рядом. Понятно, дальние постройки мы не разберем, и не факт, что мы разберем ратушу, которая внизу, потому что расстояние довольно-таки приличное. Но мы разобрали 70% базы. Героя до сих пор еще не убили. То есть в плане битвы гильдии можно поставить даже еще и выживание. Я бы так сделал. Да? Я показывал с выживанием. Запускаете ее вот так. Вот можете собрать на атаку. Вот мисса идет по конта. 42%. Это круче, чем Ронин она набивает. Потом вторым выпускаете там Ронина. Выпускаете того же самого Огника. Вот 67%. То есть по сути она две трети зоны площади вашей карты она просто перекрывает. Вот давайте вот отсюда от Огника запустим. Где-то половину карты. Ай-яй-яй, молчанку кинули. Ну, ратушу достает. То есть ратушу достает. Как бы вы ни прятали здание, от нее вы не спрячетесь. То есть ставите выживание на такую сборку, и вам вообще будет счастье. Давайте где-то сейчас так. Конечно, смотрители мешают. Вот пониженный урон. Урона немножко не хватает. 28%. А ну давайте ради интереса тест. Ну на добивалку, на битву гильдий. Блин, я не знаю, мне это очень нравится. Попробуем вот такой вот вариант. Пусть будет Таруна. Поставим. Выживание поставим. То есть у нас получается от хил, деф. Ну, то есть относительно средняя сборка. То есть и не туда, но у нас урона сейчас должно быть немерено. Я вижу тут дырку уже. Ради интереса так выпустим. Так, молчание нам кинули. И вот понеслась, видите? То есть с пактом ее шатает как-то очень быстро. Все-таки дафный вариант для этих целей намного, мне кажется, лучше. Ну, тут уже ратуша ушла сразу же. Ну и она тоже уходит очень быстро. То есть такой вариант на битву гильдии я бы не советовал. Он больше на подземке подходит. То есть там вы можете кинуть щит какой-то. То есть в этом плане все неплохо. А ну попробуем такой вариант. Ну еще, конечно, можно уклонений на роли там кучу всего наделать. Да, видите, тут урона не хватает, но зато она дольше выживает. И в этом плане это реально лучше. 51%. Смотрите, что делает. 82%, 84%. А ратушу так и рядом не убила. Бьет на дальнее здание. восемь. Два здания осталось. Эти два здания добиваются там другими героями запросто. Так. Ну вот так вот. Не знаю, мне она нравится. Ее можно использовать во многих локациях, на фарм локациях. То есть везде, где только хочешь. Давайте попробуем с каменкой на подземках. То есть опять тот же самый дефный вариант. Такой вариант на забытой неплох. А в ЗБ она реально тоже будет тащить. Ну вот подземочки. То есть тут ее в любом случае, как видите, там ее пробивает 500-600. То есть ей ничего не могут сделать. Она будет выносить. Тут понятно, тут максимальная прокачка. Она будет дамажить. Ну, она в районе миллиона бьет.
Драконы все бьют, там мессы бьют, они ее не пробивают. То есть ее пробить нереально. Она себе будет постепенно, по чуть-чуть их шатать. Давайте попробуем на кошмарке. Любимая наша кошмарка 7-10. Видите, немножко стан, конечно, проходит, это немножко печально, но это не мешает тому, чтобы она по чуть-чуть била. Да, она не дамажит топово, да, она не бьет там мега урон, но она выдерживает урон, что немаловажно. И по чуть-чуть. Но все равно урон проходит, конечно, намного больше, чем по этой, чем по Розе. Видите, возможно, здесь все-таки действительно не работает так, как отражалка, как в моем понимании, поглощение урона и отражение, как у Огненки. Чем у Огненка вообще топовая. Но опять же, я, ну вот, урон, который они там наносят, он не особо... Это отражалка, честно говоря. Вроде и действует, но она не особо здесь спасает. Но опять же, все здания в радиусе она разнесла соло. С другой стороны, можно выпустить такую же Розу. Там где-то можно Ронина. То есть в этом плане уже прохождение этих подземок. Ну, видите, ворожая слили. Сейчас этих посливают, Огника не знаю, конечно, Лазулю тоже сейчас будут сливать, но тут уже мы ускорили немножко процесс. Но опять же, посмотрите на Командору, она просто держит такой сборки урон. Плюс отхил, если брать ворожея, тут просто бешеный, в два раза больше отхил получается. То есть пачки с ворожеем, ну просто будут песня, вот реально песня, вы ничего не сделаете. А, так, поехали в ЗБшку. Вот на отражалках она будет сливаться в такой, ну не совсем сливаться, но если хром, этот хром слабенький. Ну такое, немножко пробивает, но не критично, скажем так. Тут противники у нас не особо топовые еще пока что. Сейчас бы нам какого-то Огника найти. Ну, есть Некрос. О, есть, наверное, это, скорее всего, донат какой-то. Поехали. Посмотрим. Роза, конечно, здесь себя показала очень достойно. Но я вам скажу, этот вроде держится. Но, конечно, не настолько. Да, ее там ушатывают. Тут, конечно, такая пачка, что без вариантов. Ну, в общем, конечно, до Розы она не дотягивает, но имеет право на очень обалденную жизнь и шанс быть у вас в алтаре, потому что мало кто с героем на 30-м прорыве будет такое вытворять. Самое большое, большой плюс то, что она полезна как в PvP-локациях, точно так же, как и на битве гильдий. То есть на битве гильдий проходить, ломать здание, это просто сказка. Попробую ее использовать уже в ближайшую битву, потестить.
плюс Роза, плюс герои, которых я сделал. Думаю, будет интересно. Все, пишите комменты, что думаете по поводу этого героя. Конечно, она не такая максимальная, но опять же, она топовая. Все, всем удачи, всем пока.